Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о нескольких неочевидных причинах носить намордник. Многие хозяева собак задаются вопросом, зачем же нужен намордник, особенно если собака послушная и добрая. Но ведь у намордников есть множество плюсов, помимо защиты прохожих от покусов. В первую очередь это дрессировка. Собаку просто приучают носить намордник и не предпринимать попыток его снять. Ношение намордника псом без признаков беспокойства и без совершения действий по избавлению от него – один из пунктов программ общего курса дрессировки и защитно-караульной службы. Для этого подойдет специальный намордник-уздечка. От укуса или подбирания земли уздечка не защитит, но она хороша для механической коррекции нежелательного поведения при дрессировке. Намордник необходимо использовать для проведения пса через толпу людей, для прогулки по оживленным улицам или поездки в общественном транспорте. Правила содержания предусматривают ношение намордника собакой во всех этих условиях, независимо от размера, возраста и назначения животного. Намордник необходим для предотвращения покуса, например, если собаке предстоит болезненная или просто неприятная манипуляция у ветеринара, а также если требуется стрижка агрессивному псу, либо он нервничает, испытывает боль или злится. Для этого нужны так называемые капроновые и нейлоновые ветеринарные намордники. Эти намордники не случайно названы ветеринарными, они выглядят как трубочка, иногда на липучках для регулировки размера. Намордник необходим для предотвращения подбирания земли. Многие псы любят пылесосить на улице, подбирая остатки пищи, экскременты других животных, несъедобные и опасные предметы. Особенно это свойственно щенкам и бывшим уличным собакам, у которых подбирание сформировалось как единственная возможность найти пищу. Для этого подойдет пластиковый намордник. В нем собака свободно дышит и облизывается, но не может подбирать земли, да и укусить тоже затруднительно. Приучение к наморднику лучше начать, как только щенок приехал в ваш дом. Научить взрослую собаку носить намордник будет сложнее, но намордник является важным элементом экипировки любой собаки, независимо от ее породы, характера, уровня воспитания и послушания. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы представлены в соцсетях.